Отпуску не помеха. Кубанские курорты встречают гостей. Уже сейчас число туристов выросло почти на 3%, и держать планку регион собирается до последнего. В этом году в планах принять 16 миллионов человек. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом. Например, уже сейчас отели Сочи заполнены почти на 90%. Кубань – это не только солнце и теплое море. Здесь самые яркие события российского и международного уровня. Кубок Конфедерации и предстоящий чемпионат мира по футболу буквально притягивает туристов со всех концов света.